Итак, всех приветствую на нашем канале. И у нас сегодня видео, посвященное вышивке. Здесь очень прекрасная вышивка. Вышитая рубашка, так можно сказать. Вот такая вот схемка. Блузка детская. Маки, колгот, колоски. Так. Итак, мы сейчас посмотрим. Здесь уже, в принципе, все равно готово. Вот, вот. Сейчас мы это все аккуратненько раскладим и покажем, а что у нас здесь тут не у нас, а у моей жены получилось. Вот такая вот красотень получилась тут у нас. Такая вот рубашечка. Здесь вот у нас на рукавчике вот такой вот рисуночек. Здесь тоже вот такой вот рисуночек. С этой стороны, может, видно будет, может, не видно. Не знаю, как там. Вот, ну это очень так шикарно. Очень прекрасно. Сейчас мы возьмем нашу камеру, покажем поближе, что у нас здесь получилось. И у нас это мои супруги. Так, вот такая вот у нас тут колоски, маки. Ложки вроде бы, что не помолялись. Так, что у нас в рукаве, так же самое. Такая красивенькая, нежненькая. Так, общий вид сейчас покажу. Вот так вот, более удобней. Сейчас посмотрим, как у нас получилось изнутри. Так, у нас тут шовчик лег. Внутри вот такой вот у нас, как будто тоже на мультин, то есть не так изнутри видно, не знаю, фокус пропал. О, фокус направился. Вот так неудобно вам показывать, поворачивать я не буду. Так, не хочет. О, он сфокусировался. Вот такой вот ровненький стежочек у нас идет изнутри рубашки. Вот так вот тут все выглядит, это изнутри. И снаружи вот так вот все более красивее, более симпатичнее. Ну вот такой вот кратенький обзорчик. Такую красоту можно сделать своими руками. Так. Ну, на этом будем с вами прощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще очень много чего показано. Жена еще что-то вышивает. Будет что для вас показать. Всем спасибо за внимание. Пока.